Приветствую вас на канале Радкат. Сегодня вместе с Кнобзи и Бабка Шоу мы отправились в игру Китти. Что из этого получилось, смотрите в этом ролике. Ну что, ребят, давайте напомню сюжет. Итак, идет Пинки. О май гад, это же сыр! И тут такой Том. Сыр? О! А, что это было? Услышал какой-то звук. И тут... О нет! Ха-ха-ха, смеется Том. Ты попала в мою ловушку! Злорадствует он и забирает бедную несчастную Пинки. Help! Помогите! Спасите! Кричит бедная Пинки, и тут появляется герой Red Cat. Пинки? О, нет! Кот опять ее схватил, или опять здесь, точнее. Помогите! Кричит, помогите, Пинки, и она где-то очень далеко, вот в этом сейфе. Пинки здесь, и ты должен найти способ ее освободить. А вы хотите, чтобы я был котом? Не, давай ботом. Я хочу, чтобы я был жирным котом, мне кажется, это будет весело. Давайте ботом сначала справимся, потом... Давайте ботом, потом не, котом. Давайте Кнобзи, меня... я хочу Кнобзи. Бот. Подожди, я должен похвастаться Кнобзи, у меня есть скин за 100 робоксов, поэтому я хочу сыграть за кота. Слушай, я вообще не знаю, сейчас там они поменяли эти циферки, помнишь, раньше там какие-то мыли... Ой-ой-ой, сколько здесь частей. Сколько карты, блин, капец. 14 частей. Я в 14 даже. Не знаю, я помню, ребят, времена, когда там было 73, по-моему, карты примерно было. Да не было так. На изи пойдем. Давайте не, не карты, не карты. На нормал, да. Давайте хард. Как хард, ты нормал пройти не можешь. Давай в хард сам иди, мы как-то пас. Он там вообще, наверное, будет мышеловки под каждой по 3 штуки. Дверью. Сразу будет 5 ставить. Привет, мышонок, но мы тебя скипаем, потому что мы тебя уже видели. Погнали, короче, проходить. Так, подожди, я взял лом сразу, потому что Редкету доверять его нельзя, я уже понял. Да. Редкету доверять, это... Я отмычку возьму. Вот это как оскорбление звучит. Так, красный ключ тоже у меня есть, если что, друзья. Не, ну он же мышка, он еще не умеет ничего. Так, а красный ключ иди, открывай, пойдем уже туда. Ой-ой-ой-ой-ой, дурачок, поставил, смотри, мне прям сразу ловушку под ноги. Я тебе говорю, оно имбовый какой-то тут. Ну, как говорится, я не лыком шит. Музычка кайфовая, мне нравится. Да, музыка топ. Не, музыка классная. Мне кажется, и под нее прям даже классная, можно не нарезать. Прыгают. Ой, да я открываю дверь, ты а умер, там... Ты что орёшь? Освободите, пожалуйста, ребята. Освободи его. Мы потом, Кнобзи, мы тебя потом освободим, подожди. Да ну какой потом? Ну я виноват, что крыса эта за дверью стояла. Вроде так я крыса. Так ты просто ничего не будет, Кнобзи. Вроде я крыса, вроде не я крыса. Определись. Постой на месте, все хорошо будет. Мы тебя. А, погоди, так у меня канистра, я сейчас быстро все активирую, подожди, мы так пройдем. У меня отмычка, я ж могу его спасти. Рэд, пожалуйста. Иду, иду. Давай. Давай, дам Рэд, тебе еще один шанс. Ура, спасибо, Рэд, добрый. Подскажи, ты где кот? Ну я тоже приду с вами. За то, что я крутой. За то, что ты слился первый раз. За то, что ты слился, да. Ты самый быстрый слив, да? Турбослив. Самый быстрый слив в этой игре. Сливов это... Книгу рекордов. Слушай, Гиннесса откройте, там Кнобзи на первом месте. А ты видел другие эти мышеловки? Ну какой капкан? Да господи. Так, зеленый ключ есть у кого-то? Нет. Остался зеленый ключ, и мы пройдем игру. Кусачки, кусачки. Кусачки, не уверен, что они нам понадобятся. Наверху уж как мне понадобится. Да, выход, выход. Только... Так, я запустил уже два, запустил. Вопрос. Во-первых, тут снизу надо еще сбить, если у тебя есть лом. А у меня лом есть. А где конкретно? В самом низу там комнатка синяя. Вот комната, сейчас тоже ее. Хоп. Что у нас здесь есть, друзья? У нас здесь нет абсолютно ничего. Поэтому, к слову, мы отсюда сразу уходим. А, тут безопасно, надеюсь, Кнобзи ходит тут вроде. Хотя нормально. Он заснул. Почему? А, вот заснул, хорошо. Погоди, а где мне, говоришь, дверь открыть нужно? На первом этаже. Только я. А колбочки кто-то помнит, что с ними делать? Колбочкой? А это там какие-то ускорения, помнишь? Что-то? Я да, даже не знаю, не что с ними делать, братан. Да не-не-не. Ой, за нами не, бежит. Не, по-моему, бесполезно. Жирный. Короче, этот, тут сейф нужно взломать. О, подожди, карточка. У меня же карточка есть. О, все нормально. О, карточку вставляй в этот. Я вставил. В купюроприемник. Тебе нужно сломать эту ерунду, короче. Ломом. А у меня есть лом, но я что-то не вижу. А, все, я нашел. И вроде. Заправить а, нет, нам нужно еще одну штуку. Один генератор. Да, смотрите, смотри, какой брейхоп нашел. А, я помню, это комнатка, чтобы секретную концовку получить. Рэд, смотри, какой крутой, смотри, что я нашел. Где ты? Я тебя не вижу. Погодите, а где еще одно питание тогда находится? А, зеленый ключ нужен. Есть у кого-нибудь, друзья? Нету. Он может лежать на столе, но его здесь, кстати, нету. Мне кажется, а также зеленый ключ я знаю.
где он может? Подожди, а что ставить, помнишь, в комнатке направо там? Блин, там, где вот кусачками. Честно не помню. Там? За меня это обычно кто-то другой делал. Ой-ой-ой, простите. Тут кот, если что, да. Все, я увидел тебя через стену. До свидания. Друзья, я знаю, где находится зеленый ключ. Где? Это точно. А, шли за ним. Подожди, тут еще под картиной. На третьем этаже, вероятнее всего. А что, под картиной? Ты уже забрал. Ну, блин, обычно... Зеленый ключ обычно спавнится в начале игры, а не в конце. Я не знаю, где он находится, честно говоря. Так. Подожди, что нужно там на чердаке? Там нужно что-то поставить. Что-то большое, я так подозреваю. Я вообще как дурачок бегаю, я вообще ничего не понимаю. Там что-то нужно что поставить. Здесь нужно понимать, бегать и все. Ищи предметы, да. А, Кнопси, спаси кошка, меня, пожалуйста. Кошка поднимает. Так, синий ключ я нашел, если что. Не знаю, надо, не надо. Синий ключ, это синего пробуждает, осторожнее. Это внизу. Нет, синего тут нет. 48 секунд. Нормально, мы умрем. Так, синий нам не нужен, нам нужен зеленый ключ. Редкат, ищи. Нет, я на тебя полагаюсь. Синий нашел. Пошли вниз. У тебя есть лом, пошли вниз. Просто на ходу. Я внизу, погоди. Давай, я иду к тебе. А, вниз, понял, я иду. Все, я иду в подвал. Давай. Я тупанул вниз, думал в плане на первом этаже. Нет. Так, хорошо, я иду тогда открывать. Давай, тут... А, скорее всего, там и зеленый ключ находится, может быть. Может быть. Короче, нам надо лом твой. Я тебя вижу. Давай. Все, ну-ка. И чё, где? Тут? Нету ничего, ребята. А тут колбочки. Нафига мы эту комнату открыли? А тут колбы, три колбочки поставишь. Точно, они не особо нужны. Вроде. Они для секретной концовки. Ну, мне не нужна. Ну, поставим хотя бы две. Иди вон, сломай его, вон еще, видишь тут? А, все, вижу. Да, ну, кошка. Так, понятно, опять спасать. Ну, подожди, а я отмычку выкину. Блин, осталось запитать в одном месте. Не, ну раскат спасатель, ему только сват. Ой, как он там. Да. Но я знаю. Подожди, но я знаю, где она. Короче, сват пусть устраивается. Камон, блин. Блин, ладно, пойду тебя спасу. Кота видишь? Здоров. Я вижу кота, я убежал от него. Ну пока. Может, откроешь мне решетку? Друзья, я может, веду к вам кота. Извините. Как я тебе без отмычки открою? Все, убегай, Редкэт, там кот, блин, там кот сверху. Ты нормально, ты зачем его привел сюда? Отвлеки, отвлеки. Да он сам прибежал, я его не звал. Ура! Постой, сейчас я его отвлеку. Привет, я не забуду твои доброты, я тебя спасу. Да, я уже убежал. Хорошо, что открыто. Он уже убежал. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Тут, получается, нужно питание провести, питание. А что... Погоди, курица, а что питание что, провести? Курица, нужно... курица. Там... Ну поймала курица просто опять. Опять? Да ё-моё. Да я, короче, прыгал наверх. Щипцы нужны для чего? И оно как-то... Я не понимаю вообще. Да блин! Друзья, мне кажется, у нас произошел баг просто. Нету бага. Я все время по голове получаю. А доску мы не нашли. Где доска вообще? А нам не нужна доска. А, я, кажется, помню, где может быть. Подожди, я знаю, где может быть зеленый ключ. Он вот здесь, вот, смотри. Давай. Опача. Нашел? Да, нашел. Ой. Пойдемте, так, пошли, друзья, да. Хорошо, давай. Уже почти только пошли. Надо открыть рычаг, ничего? Я уведу его. Хорошо. Я увел его. А канистру, нам надо у тебя канистру. Я вообще бегаю за ними, ребята, я вообще не понимаю, что надо делать. Канистру тащи сюда. Канистра у меня есть, я бегу к тебе. Я знаю, что она у тебя. Кнопзи, отвлеки эту крысу. Отвлеки его быстрее, Кнопзи. Я сейчас поставлю досточку, если что. Я ставлю. Все, я завел генератор, хорошо. Все, вниз бежим? Да, по идее мы уходить, по идее. На обычную концовку, ну давай, ладно. Мы не успеваем. Да, давай на обычную. Нам и так нормально. Нам и так хорошо. Давай, погнали. Поверь мне. Просто выпендриться, да? Экзит, только не наступите на мышеловку. Внизу. А он потом шорцев нарежет, скажет, мы прошли на секретную концовку. Спустя 2 года выход игры хороший. Том за тобой побежал, если что, аккуратно. Я первый, кто прошел секретную концовку. Спуститься? Просто в экзит выходишь и все. О, мне бейдж дали. Она подсвечивается, экзит. Здорово! Ты спас меня, мой герой! Пинки! Привет, Редкэт! Здоров, Редкэт! Спасибо, что меня вытащил! Почему так долго? Ой, кот идет! Ой-ой-ой-ой-ой! Так рада тебя видеть! Чем я снимаю? С кем я общаюсь вообще? Пиу! Мы смотрим концовку. It's Kiri! Мы прошли концовку, мы крутые. Ее засосало. Так, какая следующая карта? Кто помнит? А ну-ка. Я не помню лично. Чтобы я знал вообще, я бы никогда даже не знал об этом.
Итак, нет, прикольно же концов. Пинки Пай, Маус. Пинки Пай улетел той, что ли? Скуби-Ду. Пинки Пай. Короче, мы улетели в другой мир. Я надеюсь, ты не робота купил? Не, я купил вот этого. Это 20 робоксов, все, что осталось. Хорош. Так, плеер, ставьте плеер, плеер. Я хочу, чтобы был я. А, я хочу, там же рандомно еще выбирает, блин. Тут же как в Пиге нельзя выбрать. Ну, пожалуйста, мне, ПЖ, ПЖ, ПЖ. Так, какую карту? Давайте три, давайте, давайте четвертую, карнавал. Мне сложно. Не, на говно. Вторую. Говно. Вторую пойдемте. По очереди. Пожалуйста. Почему там спейрис, господи? А тебе что, ты же крысы скин купил. Все, нас убьет. Ты смотри, блин, знаешь, кого мне напоминает? С Плута идут. Ребят, кто смотрел мультик, который называется «Ну погоди», помните, там был такой робот стрёмный? Заяц-волк. Заяц-волк, да, вот этот, который? Да-да-да, тот самый. Все, двери закрылись. Я вообще бегаю, вас что-то не вижу. А мы? А можете мне подсказать, где вы находитесь? Подожди, ты бегаешь как-то? А что за тень на потолке? О, я ключик нашел. А что ты ключ не забрал? А это я понял, вы внизу, значит. О, привет. А что ты ключ не забрал? Привет. А я что, видел его, что ли? Здрасте. Мимо прошу. Сейчас буду перехватывать так, эти я так понимаю, что мне сразу Он же эта птица, блин. Или как она там? Крыса. Ой, кошка, во. Кот. Блин, название животное даже забыл хорошее. Дай мне хоть один ключ, блин. Ты потеряешь. Я ни одного ключа не взял. Ты потеряешь. В эту комнатку не иди. Да, кстати, потеряешь. Да блин! Нет, нет, нет. Все, да? Ой, я нашел что-то, Red Cat. А. Нет. Живи. Живи теперь. А ты козел. Открой рот. У меня коллекция уже этих ключей. Да что такое? Я машу этой косой, и ничего не происходит. Отмахался. Какая-то прокованная коса. А куда плазму вставлять? Можно вопрос? Да тут вообще ничего не понятно. Что куда? Я же ничего не помню. Куда этот чип вставлять? А я вторую карту никогда не проходил, друзья. А, да? Капец ты слепой, бабка. Я тебя поражаюсь просто. Он вниз бежит, он вниз бежит. А я заснул. А, отлично. Ребят, я устал. Отлично. Всем пока, да? Всем пока, ролик заканчивается. Куда вот это оставляют, Радкат, типа этот чип? Да без понятия. Я-то думаешь, где-то на втором этаже, но не точно. Там, у меня тоже вон вот он, бежит. Два ключа, ниндзя, я не знаю, куда их сувать. Так, ладно. Робота, я к тебе. Единственное, что розовый тебе не нужен. Я веду к тебе робота. Ну, классно. Нам надо треугольник, если что. Есть треугольник? Нет? Ладно. Я вот это мотаем отсюда. Бежали. Она за нами бежит. Ракета, она за нами. Мы бежим, мы быстрее. Мышата, дорогие мышата. Так, слушай, тут понимаешь, тут сложно. Там у нас... Если я первый хаос не мог пролететь, мне кажется вообще. У нас там, короче, телепорт. И он забирает все ключи, если ты туда идешь. А, ну там, кстати, по-моему, что-то было. Слушай, этот чип, мне кажется, на вот здесь вот где-то я должен... Можно я его тебе вставлю? Не, не надо. Запоминал информацию. Иди сюда, сюда вот куда-то. Пробуй здесь где-то. Вот тут ничего такого нет? Куда можно? Вот это. Вон сюда. А, желтый. У меня же есть желтый ключик. Такого нету. У меня есть. А если я просто принципиально встану желтый. На выход? Даже если вы все соберете, а мы не вы соберем. Все равно не будете. А ты заснешь. Мы не заберем. А ты заснешь. Реально, всегда причем. Не обязан. Так, он идет сюда, не иди сюда, Кнобзи. Да иди спи уже. О, подожди, там на диванчике. Ну вообще шикарно. Тут нас разлучили. А, да? Вот так вот. Ну ладно. Это, оказывается, были капканы. Я думал, это так. Ай. Понятно. Да я думал, так поприкалываться это. Он взял нас и всех убил. За что? Непонятно. Ну, прикольные капканы, согласен. Да-да-да. Я вообще не понял, что это капканы. Что мы сделали? Мы были простые мышата. Ну. Ага. Гадкий, мерзкий кот. Я хочу купить Китти-ку. Все, я сейчас буду Китти. Ставьте лайки, если вы хотите, чтобы мы еще поиграли в эту прикольную игру. Ну, на этом, к сожалению, все. Спасибо, что смотрели. Пока.